почему парень мне пишет, показывать интересно. Вот еду, я устал, да, в мастерской там и то делал, и с курами там поподтягивался, но вот чувствую, что я не чувствую, как правильно свой организм, то есть руки уставшие, значит, что потереть все ухо, в трубочку посворачивать, активно массаж ушей сделать, вот сидишь и там берешь и жмешь, развести плечи, понапрягать пресс, понапрягать ноги, то есть даже за рулем, как бы в статике, но все равно делать статические упражнения. За рулем. Кисти пожимать, вот покрутить пальцами. То есть, ну, смотреть кровь, чтобы не засыпать, не сделать чуть поменьше температуру. Вот такой, не жара, чтобы в салоне была, а приятная прохлада. Разогнать кровь нормально вообще. Бодренько ехать. Недавно приехал я, друзьям рассказываю, приехал на СТО. Саня говорит, наш общий знакомый Вадим, ну, не к дороге будет сказано, говорит, опять заснул за рулем, ну, дребезги машину, не подлежит восстановлению. Говорит, сам-то хоть как, нормально, машина это ерунда. Да, слава богу, живой, здоровый, все, ничего страшного нет. Я говорю, ну, это основное. Но человек настолько вырабатывается из этих денег, что едет в деревню, там, где он живет, в Минске работает. Говорю, да, Вадим, что ты, сними квартиру тут, да и живи, ты себя загонишь. Второй или третий случай, когда он засыпает за рулем и разбивает машину очень сильно. Того проверить машину перед отъездом, чтобы там ни животных не было, чтобы все было нормально с колесами. Вот что ты 80 едешь в первой, во второй полосе, скажите мне, люди. Но еще надо самочувствие свое занял левый ряд и идет. Пишут мне любители давать советы и правила, якобы никто никогда не ошибается по поводу перестроения на перекрестках. У нас очень много ремонтных работ, и где там я перестроился, не буду пересматривать, я просто удаляю эти комментарии, поскольку не считаю нужным выслушивать эти. Да, и я нарушаю, и не видел я человека, который ни разу не нарушил правила. Но камеры у нас на всех перекрестках стоят, если бы было что-то у меня, какое-то супер грубейшее нарушение, меня бы давно уже вызвали, лишили прав, как пишет этот умник. Поэтому, пардон, в советах не нуждаюсь.